그 자매가 하는 말 못 살겠다. И девушка сказала, я не могу с ним жить. И вы говорите? Я разведусь с ним. Что это за О чем ты говоришь? А мусорим говорите. И то что мусорим? И пастор говорит, о чем ты сейчас говоришь? А иди, чаманин мусорим, и то что И два пресвитера говорят, о чем ты сейчас говоришь? Вы должны стать людьми, моделью для всей нашей церкви. О чем ты сейчас говоришь? А девушка сказала, я разведусь. Затем встретились с... И ты тоже... Он говорит, у меня и мыслей об этом нет. Но почему она дальше разведется? Он говорит, я не знаю. Она не сказала о том, о причине. Она не сказала о причине. И затем с ними стали просто спокойно в обстановке разговаривать. Откуда появилась эта проблема? Появилась проблема в сексуальных отношениях между супругами. То есть понимание секса девушкой. И понимание секса парня. Они были разные. 형제는 이제 밖에서 이제 막 돌아다니면서 직장생활 하면서 하다 보니까 여러 가지를 접하게 된 겁니다. 아, вот парень он выходил, выходил в общество, выходил в этот мир, он общался со многими людьми и видел такой мир. 네, 이제 뭐 상업적인 성이죠. 아, 상업적인, 장사적인. То есть он думал, что секс это как что-то так, как торговля. 그런 걸 접하게 된 겁니다. Он научился этому. 아, 저렇게 성장을 하나. Он думал, вот таким образом, вот это и есть секс. Но девушка совершенно не знала об этом. Но они стали иметь такие отношения. И она стала просто... И муж, он стал подражать своему другу. А девушка не могла это принять. Она не понимала его. И она была шокирована. Я его пьянка. И заразный секс. И она сказала, это ненормальный секс. О, и надо я делать секс. Это ненормально. И пизон сантимена. Она говорила, это ненормально. И пизон сантимена. И он постоянно пытается иметь это ненормальный секс. Она сказала, у него какие-то психические проблемы. Вот так она стала, неправильно поняла его. И вот таким образом они приехали со своим путешествием. И не могут теперь общаться. Затем, и поэтому она решила развестись. И затем их снова посадили и снова стали обучать этому. Мы имеем тела как у взрослых. Но наши мысли еще как у маленьких детей. Мы о многих вещах судим с очень низкого уровня. 내 몸이 어머니 정도로 만들어졌다, 어른처럼 만들어졌다. Мое тело как у мамы. 생각도 어른처럼 돼. И мысли-то мои должны быть такими же взрослыми. 할렐루야. 말도 어른처럼 해야 돼. И мы говорим должны как взрослые. 자기 의식도 어른처럼 돼. И наш разум должен быть как у взрослых. 몸만 어른입니다. Но бывает так, что только тело взрослое. Но все внутренние качества очень низкого уровня. И поэтому появляются проблемы. И поэтому их снова посадили и снова стали обучать тому, что такое секс. Это не нормально. Просто этот человек имеет неправильное представление о сексе. И снова стали обо всем этом говорить. И снова разрешились эти проблемы. И снова езжайте в свадебное путешествие. Снова их отправили. Они съездили во второй раз. И о чем они стали говорить? Пастор, спасибо. Оказывается, мы узнали, что такое секс. Это очень важно. Когда мы говорим о сексе, первая мысль, которая появляется у нас. Можно вас спросить? Когда мы говорим секс, что у вас появляется первое? Мысль, которая появляется первая? Первая мысль, которая появляется. Ча, вы на пляже? Настя? Сон нам это уровень, бывает, да?
первая мысль? Ничего не появляется. Тон ёпты. Тон ёпты. Тон ёпты. Тон ёпты. Та, ури дё, пиарист. Самам тоже не бодай. Когда мы говорим о сексе, то в первую очередь появляется на смысле о плотском. О том, о соединении тела мужчины и женщины. И появляется в нашем смысле мужской половой орган. Часто появляется это. Но на самом деле, прежде чем должна появляться эта мысль, есть очень много вещей. Секс, на который мы смотрим с точки зрения жизни. Секс, на который мы смотрим с точки зрения рода. С точки зрения национальности народа. Мы об этом не думаем. Мы просто думаем об отношениях плотских. Мы думаем о соединении тела мужчины и тела женщины. Думаем о усердии и о поте, который проливают люди. О том, как они наслаждаются этим. Вот это все вспоминается. Но на самом деле это одна часть лишь. Но мы знаем только это. Мы думаем, это секс. Мы так думаем. И потом мы ищем только этого. И мы думаем, что еще интереснее. Что еще прекраснее. Что еще лучше. Мы думаем только об этом. А мы чего-то не знаем. И вот от того, что мы ведем такой плотской секс, поэтому появляются проблемы. Поэтому появляются проблемы в семье. Вот человек встречает очень прекрасного человека. Встречает какого-то очень хорошо сложного мужчину. Люди ищут этого постоянно. У меня есть деньги. У меня много денег. И поэтому я могу поменять одного, второго, третьего, одну, вторую, третью девушку. О чем мы здесь говорим? Здесь говорится о том, что человек это понимает только плотской секс. Но на самом деле это не так. Что такое любовь? Любовь это когда я могу принять даже все недостатки моего собеседника, того человека, которого я люблю. Я могу восполнить его недостатки. И все твои недостатки для меня прекраснее. Америка это страна, которая управляет сейчас всем миром. Есть президент Америки, которого американцы очень уважают. Авраам Линкольн. Рузвельт. И из них говорят, Рузвельт он более уважаемый. Рузвельт он был парализован на одну, парализован, да? Вначале было нормально все. А затем одна награда пришла в бездействие. Но Рузвельт, он был очень уважаемым человеком. И вот он говорил своей жене, мне неудобно перед тобой. Я стал инвалидом. И я не могу отдать тебе еще больше любви, чем... Я не могу еще больше жертвы для тебя. Прости меня. И жена... Почему жена отвечала, почему ты говоришь такие слова? Я выходила замуж за тебя не из-за твоих ног. Я люблю все, что есть в тебе. Потому что внутри тебя есть то, что я люблю больше. Насколько это прекрасно. У президента Рузвельта было три сына, и однажды один сын. Многие люди приходили и утешали. Они говорили, как вы теперь будете жить у вас с сыном? Конечно же, горечь была огромная. Но что сказала жена Рузвельта?
내게는 아직도 내가 사랑하여 아들이 있습니다. Но тем не менее у меня все равно есть сын, которого я люблю. 아직도 내가 가슴으로 품고 사랑해줄 아들이 두 아들이 나고 У меня есть два сына, которых я могу любить, которых я могу обнять. 우리 첫째 아들은 하나님의 키우기 위해서 태어났습니다. Но первого сына Бог сам вырастил и забрал. 영원한 아버지가 돌보는데 뭐 걱정입니까? И отец, вечно отец заботится о нем. Почему? Зачем мне переживать? 나는 아직도 사랑하고 아끼할 두 아들이 있습니다. Но есть еще два сына, которых я могу любить и которых я могу охранять. 사랑이 뭡니까? Что такое любовь? 뭐 내가 마음에 들면 사랑하고 내 마음에 안 들면 사랑 안 하고 뭐 그런 겁니까? Неужели это то, когда человек думает, вот этот человек мне нравится, поэтому я его люблю, а этот не нравится, я его не люблю? 뭐 싱싱하고 젊을 때는 사랑하고 늙으면 사랑 안 하는 겁니까? Когда человек еще свеженький, когда он бодренький, когда он молодой, я люблю его, но когда он состарится, я его не люблю. 그건 아니었어. Ведь это не так. 사랑이라는 것은 그 사람이 부족함까지도 가슴으로 품는. Любовь это когда я могу объять и восполнить недостатки другого человека. 끝까지 가. Когда вы идете до конца. 아멘. 할렐루야. 아멘. 한번 만난 사람을 끝까지 같이 갈 수. Когда вы встречаетесь, когда вы встретитесь с одним человеком, идете с ним до конца. 하나님이 내게 짝지어진 그 사람과 영원히 같이. Когда вы вместе идете с тем человеком, с которым Бог вас сочетал. Верите ли вы в это? 그런 멋있는 사랑을 꿈꾸시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы мечтали о таком человеке. 하나님께서 먼저 사랑하는 사람을 데려갈 수도 있겠죠. Но, конечно, Бог может забрать прежде вас любимого вами человека. 뭐 어쩔 수 없죠. Тут ничего не поделаешь. 생명은 하나님 주관하시죠. Потому что управляет жизнью Бог. 내가 여기 오면서 그랬어요. Я приехал сюда и... 내가 이 사리에 가서 순교할 수도 있다. Перед тем, как приехать сюда, я сказал, я вот поеду на Сахалин, я могу умереть там жертвенной смертью. 당신 좋겠다! 그랬어요. 우리 집사람한테 당신 좋겠다! Я сказал, тебе это должно быть хорошо. 그래서 내가 이제 갖고 저 카드를 받았어요. И все карточки, которые у меня были, я все передал ей. 통장은 어디 있다. Я сказал, вот там вот мой счет. 어디 뭐가 있다. Где что находится. 다 당신 거다. Это все твое. 이제 하나만 당신 다 가져라. И если вдруг я покину этот мир, то это все твое. 그리고 저 사람 만나. И тогда встретись с хорошим человеком. 그랬더니 옆에서 막고 뭐라고 하는 거예요. Я что-то стала говорить. 나는 당신밖에 없다. У меня есть только ты. 내 가슴에는 이유로밖에 없다. И в моей душе есть только ты. 나는 절대 결혼하지 않을 것이다. Я ни в коем случае не буду выходить замуж больше. 전도자로 남을 것이다. Я останусь проповедующим человеком. 마음이 무슨 말이야? Говори о том, что нет у тебя в душе. 좋은 사람이 또 당신에게 올 것이다. Я очень хороший человек. 한번 생각해 보세요. Подумайте. 10년을 살았어. Вы прожили 10 лет. 10년 동안 이것저것을 맞추면서 살았어. В течение 10 лет вы пытались подстроиться друг под друга, вы жили так. Затем через 10 лет вы разошлись. И снова нужно жить. Нужно снова подстраиваться под того человека, с которым вы вновь встретились. Как трудно. Нужно подстраивать свой характер. Нужно подстраиваться. Знать духовные проблемы другого человека. Нужно знать его особенности в еде. Как трудно. Эй-рай. Гази-гази-гази. Поэтому лучше жить до конца вместе. Очень трудно менять семью. Поэтому пусть даже мы будем где-то притираться, но будем вместе идти. Я буду восполнять недостатки того человека. Я желаю, чтобы вы стали такими супругами. 그래서 우리 청년들이 세 가지를 제대로 이해해야 돼. Поэтому молодежь должна понять правильно три пункта. 결혼하기 전에. Перед тем как бракосочетание. 세 가지를 제대로 이해해. Три вещи вы должны понять. 그래야 행복할 수 있어. Тогда вы будете счастливы. 제일 첫 번째로. Самое первое. 무엇을 제대로 이해해야 되겠어? Что вы должны правильно понять? 그리스도에 대한 바른 이해가. Вы должны правильно иметь правильное представление о Христе. 정말. На самом деле. 이 그리스도가 이해가 안 되면은 자신이 갖고 있는 영적 문제가 해결이 안 됩니다. Если вы не понимаете, кто такой Христос, то те духовные проблемы, которые вы имеете, не разрешатся. 가문에서 내려오는 문제가 해결이 안 됩니다. Не разрешается проблема
племена, которые пришли к вам от, по вашему роду. Если вы не поймете правильно Христа, то вы не сможете победить сатану. Вы не сможете сокрушить все проклятия и бедствия, которые приходят к вам. Вы должны правильно понять Христа. Аллилуйя. Это очень важно. 머릿속에 있으면 안 돼요. Это не должно находиться просто в вашей голове. 가슴에 있어요. Это должно быть в вашей душе. 자, 나타샤. 나스샤. 나스샤는 눈이 말이에요. 반쯤 자려온 것 같아. 항상 아, 너가 희신이니까 너도 되게 постоянно хочешь спать. 어떻게 보면 굉장히 멋있는 눈빛을 갖고 있어요. Иногда бывает так, что, но на самом деле, глаза прекрасные очень. 남자들은 쏙 빼갈만한 그런 눈이야. А такие глаза, которые могут искусить любого мужчину. 그 눈을 보면 쏙 빼기만 해도. Мне кажется, что вот можно искуситься. 근데 밤에 보면 좀 자보는 거 아닌가 그런 생각이 들어서. Но когда наступает вечер, ты думаешь, может быть, она хочет спать? 잠 저녁에 잠을 못 잤나 봐. Может быть, она плохо не выспалась. 자, 그러면 이제 말해요. 이런 사람이 굉장히 멋있는 사람을 만났어요. Представьте, что встретили вот такого прекрасного человека. 그럼 만나기 전에 뭐가 필요하다? Но перед тем, как встретиться с таким человеком, что нужно? Христос. Нужен Христос. 머리지만. И он должен быть не в голове. Он должен быть в душе. 가슴에 그리스도가 있어요. В душе должен быть Христос. 그래야 뭐가 벌어지느냐? И тогда что будет? 이런 모든 문제들. Тогда исчезнут все эти проблемы. 이해되십니까? Вы понимаете? 우리 처제가 있었어요. У меня, то есть жена, сестра жены моей. 이제 제가 이제 그리스도를 잡으라고 그랬어요. Я ей сказала, чтобы она ухватила за Христа. 잡았대. Она сказала, я ухватилась. 내가 보니까 안 잡았어. Но на мой взгляд она не ухватилась. 신은 잡았대. Она говорит, что ухватилась за Христа. 근데 이제 저녁에 잠자는데 누가 신방 왔어요. И затем она уже ложилась спать, и кто-то пришел к ней. 누가 신방 왔냐? Кто пришел? 마귀가 신방 온 거예요. пришел дьявол. 저녁에 잠자는데 마귀가 신방 왔어. И снова пришел к ней дьявол. 딱 보면서. И он встал. 야, 네 그리스도가 확실하지 않구나. Он мне стал говорить, ты, оказывается, не утверждена в Христе. Ни одяги берёт опра. Ты, оказывается, не знаешь хорошо. Кроме того, я так чего говорю. Хори, хори. И он просто ей ударил по спине, по пояснице и ушел. А когда вот хори, а показывал, и рука не надо. И на следующий, начиная с следующего дня, она постоянно держать за поясницу, ходила по комнате. И тогда она поняла. Дега Христу вам сердца. Оказывается, я не утверждена во Христе. Дега Христу тебя дала. Оказывается, я не ухватилась правильно. А кем она была? Она поняла это. И когда он меня то симпом был. Затем дьявол снова пришел. Христос так сказал, не Христ вам сердца, а кто вы были? И снова пришел к ней и говорит, ты не утверждена во Христе. И твой же царь был. И она пришла в себя. И иди, Христо иному, кедавкадавца, более такая. И она сказала именем Иисуса Христа, засыпавшись и ударила его по голове. Когда иди, более такая ты придрела. Голова его прям разбилась. Когда Христо и рыба бедарова. И тогда темные силы убежали от нее. Когда она разыгнет ребята. И на следующий день. Кега хандри голова боится. Она в течение сегодня смотрит только в зеркало. Хонгу, я так красивая была. Она говорит, я не знала, что я такая красивая. Я так красивая была. Я не знала, что я такая красивая. Куда мне убегать от меня? До какой степени темные силы действуют? Ольга сепухали за вопрос. Они захватывают даже клетки вашего лица. Они охватывают клетки лица. И поэтому у нее постоянно одно и то же выражение лица. Лицо было темным. 근데 그리스도의 이름은 흑암이 꺾이니까 얼굴도 환해. Но когда она именем Иисуса Христа сокрушила темные силы, то ее лицо просто расцвело. 너무너무 중요합니다. Это очень важно. 그리스도가 가슴에 있길 바랍니다. Я желаю, чтобы Христос был в вашей душе. 내 душу를 꼭 명심하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы Ренат обязательно это запомнил. 나타샤. 내가 한국 영화 가운데 나오는 이름이 나타샤라는 이름이 있어. Я посылаю одно имя Наташи из всех заграничных приемов. Второе. Чонгенниры ко како иссяя бими. Молодые люди должны обязательно это знать, это тайна. Сонгнусы. Специальность. Чонгенниры чонгнусы ол гадзя.
А молодые люди должны иметь специализацию. 이거 뭡니까? 경제입니다. Что это такое? Это экономика. 경제가 있어야만이 세계보험할 수 있어요. Только тогда, когда у вас будут финансы, вы сможете инвестировать весь мир. 경제가 없으면 세계보험을 못한다. Если нет финансов, то вы не сможете инвестировать весь мир. 기도해. Вы должны молиться. 나에게 전문성을 주옵소서. Чтобы Господь дал вам какую-то специализацию. 전문성이라는 것은 이 일을 잘하는 겁니다. А для того, чтобы иметь хорошую специализацию, необходимо хорошо работать. 상대편의 마음을 읽는 겁니다. Когда вы читаете душу своего собеседника. 과연 저 사람이 뭘 원해요? О чем сейчас говорит этот человек? 무엇을 원하지? Что он сейчас хочет? 그걸 빨리 읽는 겁니다. Вы должны быстро понять это. 그러면 이제 그게 바로 전문성이 생기는 겁니다. И тогда вы будете иметь, вы будете профессионалом. 다른 사람보다 한 발자국만 앞서가 버리면은요. 한 발짝만 앞서가면은 여기서 응답이 옵니다. Если вы будете идти на шаг вперед, чем другие, на шаг вперед других людей, то с этого начнется ваш ответ. 자, 예를 들어 봅시다. 네, приведу пример. 저는 꽃을 좋아하거든요. Вот я люблю цветы. 여기 참 꽃 예쁘잖아요. Вот здесь вот прекрасные цветы. 아, 코란네이즈 국화입니다. 국화. 국화. 꽃 이름이. 크리산템. 국화. 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 따라해보세요. 국화. 선생님, 이제 봐. 크리산템. 국화가 아니고 국화 국화 한번 해보세요 국화 원내가 국화 이 근데 아주 예쁘죠? 아니 좀 특별해. 우리는 한국에는 아직까지 조금 일러요. 아, для Кореи еще они только начинают расцветать. 우리 교회 앞에도 국화를 탁 심어놨어요. Ну мы посадили эти цветы перед нашей церковью. 이게 굉장히 좋죠. Очень хорошие цветы. 이 꽃을 따가지고요, 말립니다. Вот мы срываем эти цветы и засушиваем их. 향기가 나요. И появляется запах. 집에 걸어놓으면 향기가 북한에 전해. И затем, если повесить его дома где-то, то будет запах. 곤충들이 알아요. 곤충, 벌레들이 알아요. И тогда не будет никаких насекомых. 또 이제 북한 꽃을 땁니다. И собирают цветочки. 그 저게 뭡니까? 술속에 담가놔요. И затем спиртуют, заспиртовывают. 그 병을 치료하는 약이 됩니다. И это становится лекарством для исцеления болезней. 굉장히 좋은 거. Это очень хороший. 근데 전문성이 뭐냐? А что такое специализация? 아니 꽃을 꺾어서 팝니다. Когда вы просто разрываете цветы и продаете. 근데 꽃이 빨리 시든단 말이에요. Но цветы быстро, быстро увядают. 오늘 못 팔았어요. Мы сегодня не продали. 시들면 내일 이제 완전히 뭐 저 장사가 안 되는 겁니다. И если они сегодня увядут, то вы завтра не сможете продать. 그 내일까지도 안 시들게 만드는 방법. И когда вы исследуете метод того, как бы цветы не завяли до завтрашнего дня. 그게 전문성. Это и специализация. 이해되십니까? Вы понимаете, о чем я говорю? 그러니까 이 전문성을 가장 말해요. Вы должны иметь специализацию. 우리 레멘트들. 레멘트. 아멘. 아멘. 그걸 머릿속에 가져야 돼요. Это вы должны постоянно держать в своей голове. 하나님 저에게 전문성을 주세요. Бог дал мне специализацию. 그래야만이 경제가 되는. И только тогда восстановится финансы. 여기 있어야만이 세계보험할 수 있어요. И только тогда вы сможете евангелизировать весь мир. 전문성 가운데 언어 굉장히 중요해요. И среди всех специализаций самое важное это язык. 저는 우리 교회에서요 아이들을 매일마다 새벽에 영어를 가르칩니다. Каждое утро в своей церкви я обучаю детей английскому языку. 애들이 5시에 교회로 온다. А дети приходят в церковь в 5 часов. 5시부터 1시간 동안 예배를 드려요. С 5 до 6 часов мы проводим богослужение. 새벽이죠. Это утро, это рассвет. 새벽 5시 반부터 6시 반까지 영어를 합니다. И начиная с 6 до 7 мы занимаемся английским языком. 걔들 나이들이 뭐 7살부터 13살까지 있어요. Ну, дети начиная с 7 лет где-то до 13 лет. 얼마나 애들이 영어를 잘해요? И как они хорошо говорят по-английски? 저는 잘 못해요. Я не очень хорошо говорю. 걔들은 참. Но они говорят очень хорошо. 그게 이제 전문성이에요. Это и специализация. 영어는 세계적인 언어입니다. Английский язык – всемирный язык. 여러분요, 복음은 세계적입니다. И благовесть тоже всемирная. 세계를 정복하려면 영어를 알아요. Для того, чтобы завоевать весь мир, необходимо хорошо знать английский язык. 그럼 얼마나 중요합니까? Это очень важно. 러시아 사람. Вы хорошо говорите по-русски. Вы его зарабатываете. Попробуйте хорошо говорить по-английски. Я думаю, орбита, ну, отсюда. И тогда вас будут приглашать во многие места. Вам будут говорить, приезжайте туда-сюда. Но из-за того, что вы не можете говорить по-английски, вы не сможете поехать туда. Попробуйте говорить. Орбита, ну, отсюда. И тогда вас будут звать. 거기다가 뭔가 일이 되는 어떤 기능이 뛰어나보세요. И тогда разрабатываете какую-то свою способность. 그럼 최고의 가치를 갖게 돼.
И тогда вы будете цениться. Аллилуйя. Ревнут должен как можно быстрее об этом молиться. Ну, вот сейчас того состояния, какая есть, лучше я выйду замуж. Выйду замуж за такого человека, у которого очень много денег. Который более-менее хороший как личность. Человек, который только обо мне будет думать. Это все мечты. Это все мираж. Нету такого. 내가 준비하면 그런 사람이 온다. Если я буду подготовлена, тогда появится такой же человек. 따라해 봅시다. Давайте повторим. 나를 준비하자. Давай подготовим себя. 나를 준비합시다. Подготовим себя. 내 가치를 높입시다. 가치. Поднимем свою ценность. 내 가치를 높이면 돼요. Нужно просто поднять свою ценность. 자, 세번째. 뭘 제대로 이해해야 됩니다. Третье, что вы должны хорошо понять. 이 성에 대한 제대로 이해가 필요합니다. Необходимо, чтобы вы имели правильное представление секса. 왜 성에 대한 바른 이해가 필요하다. Почему необходимо это? 성이라는 것은요, 생명이 만듭니다. Секс это жизнь, когда вы даете жизнь. 이 성을 통해서 뛰어난 엘리트가 나올 수가 있어요. Через секс может появиться элита. 나의 성을 통해서 아주 굉장한 하나의 인물이 나올 수 있어요. Через мой секс может появиться очень хорошая, великая, выдающаяся личность. 나의 성을 통해서 우리 가문을 살릴 수 있는 인물이 나올 수 있어요. Через мой секс может появиться личность, которая будет спасать весь свой род. 나의 성을 통해서 이 나라를 이끌 수 있는 대통령이 나올 수도 있다. Через мой секс может появиться президент, который будет вести с собой всю страну. 뛰어난 복음을 가진 제자가 나올 수 있다. Может появиться ученик, который будет иметь благое вести, которое сможет благовествовать весь мир. 맞습니까? 당연히. 우리 그런 생각을 해봐야 된다. Мы должны думать об этом. 내가 사랑하는 사람이 있다. И человек, которого я очень люблю. 사람이 사랑하는 사람이 있게 되면은 자꾸만 가까이 있고 싶어요. И если вы любите какого-то человека, вы хотите как можно чаще быть ближе с ним. 나트샤. 나트샤. 사랑하는 사람이 있다 이 말입니다. Вот представь, что у тебя есть любимый человек. 어떻게 됩니까? Что тогда? 자주 만나고 싶어요. Хочется чаще встречаться. 자주 만나서 얘기하고 싶어요. Хочется чаще общаться. 알아주고 싶어요. Хочется обняться. 막 그런 마음이 생깁니다. Появляются такие мысли. 그래서 막 둘이만 있고 싶어요. И хочется быть только вдвоем. 사람도 안 보이는데. в том месте, где никто не видит. 막 그러다가 찾아가서 막. Хочется быть так. 찾아가서 막 둘이서 어쩌고 저쩌고 합니다. Хочется быть вместе, о чем-то разговаривать. 그러다가 내 일이 생기죠. А затем появляются какие-то события. 둘이다 보니까. Когда они находятся вместе. 또 이제 같이 자고 싶어요. Хочется вместе спать. 그러면 막 듭니다. Появляются такие мысли. 이게 사람의 마음이에요. Это мысли человека, душа человека. 거기서 이제 브레이크를 걸어야 돼. Но здесь нужно поставить стоп. 이게 뭐다? Что это такое? 왜 이거 해야 돼? Почему это нужно делать? 이게 필요하다. Это нужно? 만약에 이 섹스를 통해서 생명이 만들어지면 어떻게 할 거다? А если через секс появится жизнь, то что же мы будем делать? 질문을 해봐야 돼. Нужно задать себе вопрос. 만약 임신되면 어떡해? Если вдруг забеременею. 그리고 이 사람하고 나하고 영원히 같이 갈 거냐? И будет ли этот человек находиться в вовеки вместе со мной? 축하해주면 어떡해? А если мы расстанемся? 아, 우리 어머니가 키우면 되지. Ну, тогда моя мама бросит ребенка. На самом деле неправильно. 절대 옳게 안 돼. Это неправильное представление. 내가 낳은 자식은 내가 키워야지 누가한테 맡길래? Ребенок, которого я родила, я должна вырастить. Не должна его отдавать кому-то другому. 여러분 보세요. 나만큼 여러분 자식 잘 키울 수 있어요? Может ли кто-то другого вырастить ребенка лучше, чем вы сами? 없어요. Нет другого человека. 할머니가 잘 키울 수 있어요? Возможно ли хорошо вырастить ребенка бабушка? 안 돼요. Не получится. 내가 낳은 자식 내가 키우는 것이 가장 잘 키우는 거예요. Лучше всего, если я родила ребенка и я воспитываю его. 아, 그렇습니까? Не так ли это? 바로 그거예요. На самом деле это так. 반드시 질문을 해야 됩니다. Поэтому обязательно нужно себе задать вопрос. 과연 이것이 옳은 것인가? На самом деле правильно ли это? 확인해야 돼요. Нужно удостовериться в этом. И нам за уроки как кошелька. Буду ли я с этим человеком долгое время? 뭐 여기는 보니까 뭐 여자들이 남자를 진나라 하는 말이요. А я смотрю здесь. 여자들이 남자들을 진나라 이렇게. 아 здесь женщина выгоняет мужчину, говорит иди, выходи, иди из дома. 당신 진나라. Ты иди из дома. 그런 문화예요? Вот такая говорят культура. 한 이게 되겠습니까? 아 может ли такое быть? 질문해봐야 돼요. 아 нужно задать себе вопрос. 이게 과연 옳은 것이? Правильно ли это? 하나님이 원하는 것입니다. Желает ли этого Бог?
하나님에게 얘기인 거예요. В этом и заключается Божий план. 그만큼 성의 섹스가 중요한 겁니다. Настолько важен секс. 이걸 통해서 또 뭐가 나오냐? 엄청난 문제를 일으킬 수 있는 문제가 나올 수도 있습니다. И через секс может появиться ребенок, который будет создать очень много огромных проблем. 이걸 통해서 영원히 문제를 갖고 그 장애가 나올 수도 있습니다. Может появиться какой-то инвалид, который будет приносить очень много проблем. 여러분요, 이 섹스라는 것은 그냥 둘이 뭐 좋은 느낌 갖고 그런 차원이 아니에요. Секс это не просто когда вы находитесь вдвоем и вы испытываете хорошие чувства. 굉장한 의미가 있어요. На самом деле он в себе содержит очень глубокий смысл. 그래서 성에 대한 바른 이해가 필요해요. Поэтому необходимо иметь правильное понимание секса. 이 성이라는 것은요, 청소년부터 시작해가지고 노년의 이해까지 관심이 있습니다. Любопытство, заинтересованность к сексу имеют люди, начиная с подросткового возраста и заканчивая старостью. Поэтому необходимо, чтобы мы имели глубокое понимание этого. Вот эти три пункта мы должны правильно понять с вами. Тогда, когда мы молодые еще. Мы должны правильно понять, хорошо понять Христа. Мы должны молиться за свою специализацию. И мы должны иметь правильное представление секса. Нужно думать об этом. Вот человек, за которого я собираюсь выйти замуж. Перед пастором. Мы будем бракосочетаться, иметь благословенный брак. Затем мы будем иметь твердую гарантию. 그리고 이제 사랑하는. И затем мы будем делиться любовью. 이게 굉장히 멋있는 겁니다. Это на самом деле прекраснее всего. 할렐루야. 결혼 전까지 서로 기다려주는 겁니다. До того, как вы бракосочетаетесь, вы ожидаете друг друга. 참아주는 겁니다. Вы просто терпите. 상대방의 몸을 아껴주는 겁니다. Когда вы просто жалеете тело своего собеседника. 내 몸에 그 욕망이 있지요. Конечно же, есть жадность у каждого человека. 기다려주는 겁니다. Но необходимо ждать. 참아주는 겁니다. Нужно терпеть. 그리고 나서 우리가 교회에서 목사님과 성도들 앞에서 결혼식을 합니다. А затем перед пастором и перед всеми прихожанами мы проведем бракосочетание. 그리고 나서 이제 결혼식을 끝내고. Когда заканчивается бракосочетание уже. 법적인 혼인신고를 하고. Мы бракосочетаемся по закону. 그래서 여행을 가. И затем мы уезжаем свадебное путешествие. 그동안 참느라고 고생했다. И до этого времени мы много терпели. Очень много было терпеть. Но с этого момента мы не будем терпеть. И затем они едут в свадьбу. И занимаются этим день и ночь. Вот таким образом. Это и есть свадебное путешествие. Вы понимаете, о чем я говорю? Здесь едет свадебное путешествие. Вот таким образом. 이해되십니까? Вы понимаете, о чем я говорю? 성이라는 게 뭐냐? Что такое секс? 아주 중요한 얘기. Это очень важно. 두 번째로. 다음. 자, 그래서 성에 대한 정의를 좀 내려봅시다. 아, давайте дадим определение сексу. 먼저 왜 그렇게 많은 사람들이 성에 대한 관심이 많아? Во-первых, почему все люди заинтересованы этим? 성에 대한 관심이 많을 수밖에 없는 이유입니다. В чем причина того, что все люди проявляют к этому большой интерес? 이 성을 통해서 주어지는 느낌은요, 굉장히 큰 겁니다. Чувства, они играют большую роль в сексе. 밥을 먹으면 행복해, 안 행복해요? Когда вы едите, вы счастливы или нет? 나도 참. 밥 먹으면 행복하죠? Ты счастлива, когда ты ешь? 그분이요. 잠자면 행복해요, 잠자도. Счастлива ли ты, когда спишь? 내가 돈 많이 벌어도 행복하죠? Ты будешь счастлива, когда ты зарабатываешь много денег? 어디 가서 인정받아 행복하죠? Человек счастлив, когда он где-то его признают. 아주 멋있는 자연을 봐도 행복하죠? 자연. И когда он смотрит на какую-то прекрасную природу, счастлив ли он? 그렇죠. 행복한 게 참 많습니다. На самом деле, очень много таких вещей, которые могут сделать нас счастливыми. 근데 섹스라는 건 뭐냐면요. А что такое секс? 그것으로부터 주어질 수 없는 큰 기쁨이 있습니다. Есть большая радость, которую не может дать все это. 섹스를 통해서 주어지는 그 기쁨은요, 굉장히 큽니다. Радость, которую доставляет секс, огромная. 특히 사랑하는 사람. Особенно если это человек, которого ты любишь. 내가 너무나 존경하는 사람. Человек, которого ты очень уважаешь. 내가 늘 나와 같이 사는 사람. Человек, с которым ты постоянно живешь. 그 사람을 볼 때마다 너무 행복해.
ты смотришь на этого человека, ты счастлив. Это жена и муж. Такие люди. И вот они занимаются сексом. И невозможно рассказать о той радости, которую они получают друг от друга. И мир, который, мир и покой, который они имеют. То есть юшин적인 기쁨. Плотскую радость. То영적인 평안. Духовный мир и покой. 여러 가지가 주어지는 것입니다. И во многих, со многих сторон. Так, 이해되십니까? Понимаете, о чем я говорю? 이해가 되십니까? Вы понимаете, о чем я говорю? 아멘? 네, 여기서 아멘 하는 게 옳은 건지 모르겠지만. Амин. Я не знаю, правильно ли сейчас говорите с вами или нет, но тем не менее, аминь. Аминь. Настолько важен секс. 그래서, 이 секс를 나눌 때에. И когда вы занимаетесь сексом, 많은 의미가 포함되어야 되죠. В этом заключается огромный смысл. 아주 내가 당신을 사랑하는 마음. Мои мысли о том, что я люблю этого человека. Мои мысли о том, что я уважаю этого человека. Когда я думаю о том, что человек, что Бог хочет совершить через это. И вы таким образом любите своего, вы любите своего, любите и жалеете его. Когда вы общаетесь с ним. Когда вы общаетесь, вы имеете глубокое общение. И затем вы имеете какие-то отношения. 이런 풍성한 관계. Когда вы имеете, когда ваши отношения преизобилуют. 그러면 이것은요, 이런 풍성한 관계는 스트레스를 해소시킵니다. И вот такие отношения могут вас избавить от стресса. 심지어는요, 부부 간에 숨겨 있는 질병까지도 치유 됩니다. И до такой степени, что когда вы имеете тайные, когда вы имеете тайные супружеские отношения, то исцеляются даже болезни. 굉장히 깊은 영적인 안정을 갖다 줘. И у вас появляется истинный мир и покой, какой-то баланс. 생활의 활력도 갖다 줘. И это дает вам силы в жизни. 상호간의 깊은 신뢰감을 갖다 줘. И дает друг другу огромную бодрость. 그러면서도요, 아주 일을 더 확실하게 할 수 있는 그런 힘까지도 공급돼 줘. И дает вам силы, с которыми вы сможете работать и жить. 이게 바로 이제 아주 이 멋있고 그 굉장히 중요한 부부들이 정상적인 부부들이 이루어질 그런 성이라고 할 수 있어요. 이 вот это можно назвать правильным сексом, который занимаются супруги. 이해되십니까? 이해되십니까? 자, 그만큼 섹스라는 게 중요한 겁니다. 나 важен секс. 그래서 사람이 하나님이 주신 느낌 가운데 굉장히 큰 느낌이 바로 이거다. Именно это дает самые большие чувства из всех чувств, которые Господь дал человеку. 근데 이걸 갖다가 영어로는 orgasm이라고 말하죠. 이 어떤 비만 говорит orgasm. 근데 그게 바로 이제 거기서 하나님 주신 겁니다. Это то, что дал Бог. 근데 그걸 통해서 이런 여러 가지가 많이 복합적으로 이루어져요. И вот через все это совершается очень многое. 밥을 먹어서 그런 느낌을 받을 수 없어요. Невозможно получить, невозможно испытать такие чувства, когда вы едите. 공부를 해서 그런 느낌이 안 와요. И невозможно получить такие чувства, когда вы что-то другое делаете. 이런 느낌은 어디서 오느냐? Откуда появляются такие чувства? 하나님의 비전을 가지고. Тогда, когда вы имеете Божью мечту. 복음 안에서. В благой вести. 굉장히 깊은. Когда вы имеете глубокое. 마음의 결과 이루어지고. Когда вы имеете глубокое общение. 사랑이 이루어지고. Когда вы делитесь любовью. 그나 정신적인 교류가 이루어질 때. Когда у вас есть психическое взаимопонимание. 거기서 그런 느낌이 주어져. И тогда Господь дает вам такие чувства. 할렐루야. 아멘. 나는 당신을 사랑합니다. Я люблю тебя. 당신을 너무 멋있습니다. Ты на самом деле прекрасный. 부부관계 이런 대화가 되죠. Вот между супругами должны быть такие отношения. 근데 이제 일반적인 젊은이들의 섹스는 뭡니까? Но что такое секс в понимании простых молодых людей? 순간적인 욕망이죠. Это какое-то наслаждение, минутное наслаждение, какое-то моментное наслаждение. 분위기 따라서. Когда зависит от обстоятельств, от обстоятельств. 남들이 하니까. Там другие этим занимаются. Ну, надо, ты сами говорю. И я так получилось, что я тоже стал заниматься. Ну, иго, аренде, Мария. А оказывается, это не то. Ну, иди, иди, жоворико. И так вот получилось. А, не, кирки, дэн, там, марабида. Вот так вот все происходит. Кы, иди, зальматэн, годжо. Это неправильно. Бонга, дэ, дэн, кичунь, опрэн, нету какого-то стандарта своего критерия. Секс, дэн, кичунь, опрэн. Нету стандарта секса. Едешенника. Вы понимаете? Если вы понимаете, то говорите аминь. Кого-то парки дея дэн. Именно с этого должно быть все правильно. Кыге парки ан дэйника, гадзуми бунджига опрэн. Так как мы имеем неправильное представление о сексе, поэтому очень много проблем в семьях. Заедрыге бунджига опрэн. Потом появляются проблемы с детьми.
안 흔들리는 겁니다. И поэтому человек начинает колебаться, шататься. 그럼 미래가 없는 거예요. И нету будущего. 그래서 나라가 잘 되려면 가정이 잘 돼야 돼요. Для того, чтобы была хорошая страна, необходимо, чтобы была хорошая семья. 가정이 제대로 되려면 어머니, 아버지가 제대로 세워야 돼요. Для того, чтобы была хорошая семья, необходимо, чтобы и мама, и папа были правильно стояли. 그럼 이 사람이 잘 되려면 남, 어머니, 아버지 두 분이 성생활을 해요. И для того, чтобы дети могли правильно стоять, необходимо, чтобы мама и папа имели правильные сексуальные отношения. То есть, когда вы имеете глубокий смысл. Когда вы ведете сексуальную жизнь для того, чтобы совершить Божье видение. Это очень важно. Я желаю, чтобы такое благословение снизошло на вас. Аллилуйя. 아마 여러분이 지금 생각하고 있는 거 많이 다를 겁니다. Вот сейчас, вы, наверное, уже по-другому об многом думаете. 그럼 생각해보세요. Вот подумайте. 여러분이 갖고 있는 성에 관한 관념. Ваше понимание секса. 제가 드리는 여러분의 이야기. И то, о чем я сейчас вам рассказал. 뭐가 좋겠습니까? Что лучше из этого? 뭐가 옳겠습니까? Что правильнее? 그게 뭐, 제가 드리는 말이 옳죠. Конечно, то слово, которое я вам говорю, оно правильно. 그렇게 되어야만이 이 가정이 회복됩니다. Только тогда, когда у вас все получится так, как сегодня было сказано, в вашем браке. 그렇게 되어야만이 인물이 제대로 나옵니다. Только тогда появится хорошая личность. 나의 성생활을 한 시대의 제자와 연결시키라 이 말입니다. То есть необходимо, чтобы ваша сексуальная жизнь могла иметь отношение с эпохой. Аллилуйя. 제가 이런 교육을요 탄자니아에 갔었습니다. Для того, чтобы провести такое же обучение, я был в Танзании. 이 탄자니아 사람들 처음에는 막 콕콕콕 되면서 막 난리가 나요. 막 부끄럽다고. А в Танзании там люди они закрывались друг от друга, им было стыдно, и они не знали, как себя вести. 제가 섹스 해가니까 뭐 그랬어요. 그래서 섹스 там пошел гул по всему залу. 그런데 이제 제가 메시지를 깊이 던졌어요. Но сегодня стал говорить послание, стал давать глубокое послание. 강의가 끝났습니다. И закончилась лекция. 쪽지가 막 올라옵니다. И стали приходить ко мне записки. 질문 하나. Они стали задавать вопросы. 얼마나 관심이 많은지. Как они заинтересованы этим? 그 사람들이요. 눈을 깜짝 놀랍니다. 아니, 아니, 맞는 거.